Всем привет, с вами мистер Чизер, и вы смотрите мой JustPlay канал. И мы продолжаем проходить игрушку под названием Shaun White Skateboarding. И здесь я вижу некоторые скейтбокераторы, которые вполне можно убрать. Если честно, я хочу даже посмотреть, что за награда за вот эти блокираторы идет. Ну, неважно. Дело в том, что мы сейчас будем идти на основное задание. Ведь я уже хочу пройти эту игру, хочу перестать ее записывать. Потому что у меня в проектах есть еще несколько игр, которые я хочу пройти. Именно на запись. Пока не скажу, что это за игры. Но в скором времени вы сами все узнаете. Здесь какая-то фиолетовая штучка, которую вполне можно активировать. Так, вы видели, кстати, справа от меня было уже та самая платформа, которой мы научились тоже уже управлять. И что это за штука? А мы там вниз можем еще сходить куда-то. Интересно. А, это была станция. Да, монорельс. А здесь я не знаю что. Просто какой-то гараж. С подарком. Приятно. Я думаю, наверное, наступило время нашего альтер-эго переодеть. Почему бы и нет, да? Куда нам надо, кстати? Ага. Сюда нам надо. Кстати, давайте посмотрим, что у нас с монорельсом, где у нас еще не открыт. А, нет, все нормально, везде уже. Ну, давайте приоденем немножко своего персонажа. Если честно, хочется глянуть, что тут вообще открывалось нам. Шапки какие-то, которые божественно выглядят. Нет, шапки я... Особенно такие раста. Не-не-не, не катит. Где кепочки обычные? Кандибоберы какие-то, шляпы. Да, шляпы это, конечно, жесть. Обычные рэперки есть тут вообще-то? Интересно было бы посмотреть, как они тут сделаны. А, вот да, есть. Белая, зеленая. Еще зеленей. Z-Nation, кажется. Тут какие-то фирменные вижу. О, тут это прикольно, кстати. Давайте вот оденемся именно в эту вот такую камуфляжную какую-то хрень. Снимем очки. Вообще, увидим глаза нашего персонажа. Уже давно их не видел. Так. Вето. Классно выглядит. Такая куртка прям. Такой цвет, кажись. Кажись. Нет, там значок другой. Даст пыль. Классные футболки. Вот еще раз скажу, еще раз повторюсь, что вот именно по качеству одежды здесь вообще идеально. Чуть ли не идеально все сделано. Вот, кажись, ну да, вот он, символ этот. Оденем его. И штаны поищем этого, этой компании с этой символикой. Так, это бриджи. Я бриджи не особо уважаю, не особо люблю. Такие узкие штаны тоже не люблю, если честно. Как-то оно по-гейски выглядит. Хотя но в последнее время это как-то модно, не знаю почему. Нет, это бриджи, не катит. Вообще какие-то гавайки. Не, я сказал, такой не катит. Пусть вот... Такие будут, такие вот, как сероватые. И кроссовки. У нас, кстати, дофига кроссовок пооткрывалось со времени того, как я последний раз переодевал нашего персонажа. Вот какие-то зеленые, если еще можно одеть. Ага. Это кеды. Не, ну... Именно под... Под скейтбординг пойдут больше вот такие вот кроссовки. Ну, а будем такие. И скейтборд. Ну, в принципе, со скейтбордом у нас все нормально, но вот, в принципе, кто помнит, мы сделали такую штуку. И выполнили испытание или задание, я не помню, там, какой-то компании в Индии.
нам открылась вот такая вот смешная вещь. Давайте сделаем по-смешному, чтобы все было. Колеса. Колесики, колесики, колесики. Вот такие пусть будут. Ага. Front, rear, this side up. Это что, типа, для обучения шкурка? Хм. Нет, это уже слишком смешно. Такая вот пусть будет хрень. О, музяка пошла. Такой типа хип-хопчик. Ништяк. И, кстати, я вам настоятельно рекомендую скачать саундтрек из игры. Он довольно клёвый. То есть, конечно, треки, которые какие-то скучные, унылые. Но есть вот такие вот прикольные, типа как хип-хопчик. Сейчас, кажется, будет... А, не, это не то. Это тоже ништяковая вещь. Мы на крыше. Да-да-да. Какие селеноиды? Ты о чем вообще? Нет, по всей крыше установлены камеры. Нейтрализуй их в первую очередь. Я не сильно люблю это место. Крыша, конечно, она прикольная, но тут есть лажовые моменты.
Давайте просто сделаем вот это. Там с какой-то... А, тут нам надо же еще флоу накопить. Желательно было накопить. Да что такое? Зря я эту камеру сбил. Удобно вот эти вот верты поставлены. Вот это я зря сделал. Рано прыгнул. Вот большая ошибка, вот моя в частности. То, что рано с верта прыгаешь. Лучше дождаться конца, так сказать. Дирижабли работают для твоей безопасности. Сейчас мы будем прыгать. Вот сейчас начнется рукоубиение. Почему? Да потому что... Да потому что это я ненавижу эту мини-игру. И я сейчас буду, как говорится, тупить, материться. И заниматься еще другими не очень веселыми вещами. Хотя нет, ля. Вот тебе нас, с первого раза прошел. Вот это мастер, like a pro. Мануалы могут навредить вам, то есть поранить. Такая музычка прям. И куда нам? Надо с помощью спасительного формирования только, да? А нет. Вот так вот мы выбрались. С помощью того же, чем мы добирались сюда. Нормалек. Но прежде чем я туда пойду, я хочу сюда сгонять. На ту сторону, кстати, от этого здания. Довольно клевое место. Тут тем более стрелочка еще, которую нужно взять. И тут стрелочка, кстати. Которую тоже нужно взять. Тут должна быть стрелочка, нет?
А, нет, то здесь уже нет стрелочки. Удобно, кстати, вот так вот путешествовать, скажем так, да? Сейчас как раз... Не, мне не хватит. Нужно 500. Есть, убрали эту хрень. Она просто бесит, поэтому я решил ее убрать. Так. Нам теперь надо в другие районы идти. Ну, это, наверное, будем уже мы выполнять вот эти задания в следующий раз. А пока на этом все. С вами был Мистер Чизер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Ну и не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание и пока.